Денис, ты должен говорить так, что если тебя бросят, ты уже проиграл. Да, ну вот, договорились, Кто проиграл, а не Ну что,
я говорю, все купи. Судья что сказал, мат? То, что за ковром ходит, ничего? Можно бежать ножками, перейти через него, сделать удержание. О, спасибо. Смотрю, как красавец. Я сам упал. Ты еще хочешь? Андрей. Все, нет проблем. Стоп, стоп. Андрей, сейчас ты устал. Пусть они поборются, а ты после них. Я не хочу. Пусть. Опа, Цецка. Более лохтый, красавчик. Я хочу уже поехать. Денис, Макс, не ругайся, зачем? Ну, упали выше за ковер, поэтому мы так. Стоп! Одну секунду, Макс, не сюда. Одну секунду, Борьбой? Нормально борется, молодец, получится. Ну, у тебя же вот это получается, да? Если отсюда, потихоньку. Япон! Молодец, Артур, япон. Шоколадку пусть отдает. Все, я первый, первый, там камера снимает. Я первый выиграл, там камера есть.
Я просто не видел, я смотрю тут. Что происходит? Ты можешь признать проигрыш? Смотрю, ты упал на всю спину. Смотрю, Артур. Думаю, красавец. Ну возьми этот пояс. Левой рукой возьми, правой рукой пояс и пояс обедри. Стоп. Андрюха, надо уже, если снимаешь куртку, снимай уже тогда ему рубашку, снимай трусы уже заодно. Смотри, вот тут рука. Если здесь рука, то это надо сюда тянуть и выведение. А ты посмотри, что сделает. Ты эту ручку под мышку и подтяни его, не бросая, подтяни. Когда ты подтянешь, ты увидишь, что можно сделать.